В начале 2000-х компания «Алроса» приняла решение о сотрудничестве с местными, средними и высшими учебными заведениями. Задача – готовить новых специалистов на месте, чтобы они могли еще во время учебы практиковать свои навыки на производстве, а руководители предприятий могли бы приглашать к себе на работу лучших из них. Как сегодня ведется работа и каковы ее результаты, расскажут наши коллеги. Свои кадры нужно готовить на местах. Так решили в «Алроса» 15 лет назад. Смотреть на опыт других крупных промышленных компаний не стали. Вместо использования вахтового метода работы, компания заключила договоры о сотрудничестве с учебными заведениями района. С того момента специалистов и рабочих кадров стали обучать в своем регионе. Мирнинский политехнический институт, региональный технический колледж и Светлинский индустриальный техникум. Каждое заведение корректирует учебный план под кадровую потребность «Алросы». Ежегодно мы подтверждаем планы набора в учебные заведения по каждой профессии, по специальности, которая, так сказать, в которых специалистах, которых нуждается компания. И по окончании учебного года учебные заведения отчитываются о фактическом выпуске молодых работников. Сегодня студенты еще во время учебы могут пройти производственную практику в подразделениях «Алросы» и на деле применить свои теоретические знания. Только за 9 месяцев этого года практику прошли 500 учеников высших и средних учебных заведений страны. Тарас Сибиряков окончил МРТК 3 года назад. Еще во время производственной практики познакомился с коллективом и получил навык работы на токарном станке. Тогда же решил устраиваться на работу только сюда. Ну, я сюда приходил, узнал, есть ли свободные места, после чего пришел в МРТК, и там мне дали добро, что я трудоустраиваюсь. Востребованы и выпускники Мирнинского политехнического института. Многие из них уже на производственной практике определились с будущим местом работы. Ежегодно наши студенты, все горные отделения, они в разных подразделениях компании обязательно проходят практику. И трудоустройство тоже в основном идет в компанию, потому что вот мы за эти годы, с 99 года, выпустили 2500 специалистов. Из них около 1000 студентов, 996, если я не ошибаюсь, они все трудоустроены в компании. По данным Управления кадров «Алроса», только в 2016 году в компанию трудоустроились 100 выпускников высших и средних учебных заведений. А спонсорская помощь компании учреждениям образования только за последние 5 лет составила больше 1 миллиарда рублей. Руслан Фаткулин, Алексей Меркулин, Роман Ларин, Артур Голиков. Телеканал «Алмазный край».